Всем привет! Сегодня мы рассмотрим очень полезные и классные устройства для всех, у кого есть авто, а также сравним цены и узнаем, где выгоднее все это покупать, у нас в онлайн-магазинах или на AliExpress. Тем более, что с 29 по 1 апреля на AliExpress будет распродажа в честь их 9 дня рождения. И в эти дни можно закупиться различными товарами по очень хорошим ценам. Выбирайте интересный вам товар, кладите его в корзину и в день распродажи оплачивайте покупку за приятный цену. Я уже выбрал себе несколько прикольных товаров и жду распродажи. А те, кто досмотрит это видео до конца, сможет поучаствовать в интересном конкурсе. Начинаем! Приятного просмотра! И первый товар – это очень полезная штука. Это автомобильное зарядное устройство. Оно оборудовано несколькими портами USB и позволяет заряжать сразу 4 устройства одновременно. Одной из отличительных особенностей данного гаджета является поддержка технологии быстрой зарядки QuickCharge 3.0 от компании Qualcomm, мирового лидера компонентов, чипсетов и полупроводников. Последняя разработка Qualcomm помогает повысить эффективность заряда до 38%, а потеря энергии в процессе заряда составит не менее 45%. За 35 минут вы можете зарядить ваше мобильное устройство с 0 до 80%, что в 4 раза быстрее обычной зарядки и в 2 раза быстрее зарядных устройств, работающих по технологии QuickCharge первого поколения. Интеллектуальная технология Smart IC правильно распределяет скорость заряда для каждого устройства и защищает его от перепадов напряжения. Автомобильная камера заднего вида рамка завоевала большую популярность среди автомобилистов благодаря своей универсальности. Основное ее преимущество – это особенность установки, ведь ее можно установить практически на любой автомобиль вместо рамки номерного знака. Камера в номерной рамке имеет центральное расположение камеры, что дает возможность максимально по центру получать изображение с камеры. Камера в номерной рамке работает на базе сенсора SSD, что дает возможность работать при низком освещении без инфракрасной подсветки. Также к характерным превосходствам следует отнести возможность регулировки угла наклона. Изменение этого угла наклона дает возможность выставить для себя оптимальное расположение линий парковочной разметки. Устройство вмонтировано в поднамерную рамку, поэтому камеру очень легко установить. При своих микроскопических размерах она, тем не менее, обеспечивает высокое качество видео. Пускозарядное устройство для автомобилей. По сути, является портативным аккумулятором. Powerbank 16800 мАч. Этот аксессуар является нужным и просто необходимым подарком каждому автомобилисту, путешественнику, рыбаку, охотнику и дачнику. Благодаря ему вы сможете завести свой автотранспорт, будь то бензиновый двигатель и дизельный двигатель до 6 литров, а также моторную лодку, мотоцикл и садовое оборудование. Устройство заряжает любое портативное устройство, являясь дополнительным источником питания для телефона или планшета, фотоаппарата или видеокамеры. Камеры, GPS-навигаторов, электронных книг, игровых консолей и всего, что окажется у вас под рукой. И может просто использоваться во время экстремального туризма, как источник дополнительного освещения. Мощность батареи 16000 мАч. Есть 4 гнезда USB, мощный фонарик, световая индикация. Время полной зарядки составляет 4-5 часов. В общем, штука очень крутая и полезная. Таблетка-концентрат для омывателя стекол. Концентрат в бачок стеклоомывателя эффективно удаляет масляно-жировую пленку и следы насекомых. Он безопасен для лакокрасочных, пластиковых и хромированных покрытий, без раздражающего запаха. Преимущество данного средства в том, что нет необходимости с собой возить лишний объем жидкости. Для приготовления подходит любая чистая вода. Достаточно бросить таблетку в воду, и через несколько минут у вас готовая жидкость. Одна таблетка рассчитана на 3-5 литров воды. Комплект состоит из 6 таблеток, примерно 30 литров жидкости. С учетом бесплатной воды это существенная экономия вашего бюджета. Для любителей красивых спортивных тачек и шикарного тюнинга специально для вас декоративные накладки на суппорта Brembo.
Если вы уже поставили на свой автомобиль новенькие, красивые литые диски, то не стоит останавливаться на достигнутом внешнем превосходстве. Они устанавливаются поверх тормозных суппортов, тем самым придавая агрессивный и спортивный вид вашему автомобилю. Декоративные красные накладки Brembo изготовлены из термоустойчивой ABS смолы, которая не боится высоких температур и зимних реагентов на дорогах. Крепятся на тормозные суппорта с помощью термостойкого силиконового герметика или саморезов. Комплект декоративных накладок на суппорта Brembo подходит практически для всех автомобилей люкс-класса, D-класса, C-класса, таких как Mitsubishi, Honda, Ford, Infiniti, Mazda 6 и другие. Исключение составляют автомобили с увеличенным суппортом, например, суппортом типа LS200. При установке необходимо обратить внимание на то, что расстояние между суппортом и диском было не менее 1,5 см, чтобы могла поместиться накладка. Рихтовочная пневмоприсоска или обратный молоток – незаменимая штука для кузовного участка любого СТО. Достаточно большой размер присоски позволяет работать с различными элементами кузова, от самых простых до таких, как капот или багажник. Малый собственный вес приспособления для рихтовки и присутствие механизма обратного молотка дает возможность использовать в малых СТО и даже в частных условиях в небольшом собственном гараже. Крепление рихтовочного приспособления осуществляется с помощью вакуумной резиновой присоски высокого качества. Затем небольшими поступательными ударами поверхность выправляется в нужном направлении. Маслоотделитель с фильтром картерных газов предназначен для фильтрации картерных газов. Маслоотделитель или маслоуловитель препятствует попаданию во впускной тракт и на дроссельную заслонку маслянистых паров. Его можно установить даже там, где очень ограниченное подкапотное пространство. Маслоотделитель оснащен щупом, который позволяет в любой момент проверить уровень собравшегося масла и при необходимости слить его, что тоже не является проблемой, так как маслоуловитель легко раскручивается без использования инструментов. Распылитель для химчистки. Это высокоэффективный профессиональный пистолет для пневмохимчистки, функционирующий за счет сжатого воздуха, получаемого от обычного бытового или промышленного компрессора. Аппарат распыляет под давлением не только воздух, но и моющее средство, благодаря чему без особых усилий очищает любые поверхности, в том числе и те, к которым затруднен доступ. Аппарат можно применять как для локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона автомобилей любых классов. Устройство имеет два положения клапана. В первом происходит подача и воздуха, и очищающего состава. Состав подается под давлением на поверхность и размачивает загрязнения. Во втором положении происходит подача только воздуха для выбирания грязи из поверхности с помощью эффекта торнадо, создаваемого крутящимся носиком внутри горловины. Загрязнения выбираются и оседают внутри горловины аппарата. Очистить горловину от грязи можно простым погружением носика прибора в ведро с водой. Кстати, этот распылитель выгоднее покупать у нас, чем на AliExpress. Там он почему-то дороже. Автомобильный инвертор на 1000 Вт обеспечивает преобразование автомобильного постоянного тока с напряжением 12 вольт в переменный ток с напряжением в 220 вольт. Применяется для подключения электроприборов, которым необходимо напряжение в 220 вольт. Преобразователь подключается к клеммам автомобильного аккумулятора через провода, которые поставляются в комплекте, и вы получаете электрификацию в любом уголке земного шара. Кемпинговое путешествие, недостроенная дача, гараж, рыбалка, охота и прочие ситуации с перебоями электроэнергии больше не станут портить вам отдых. Универсальная розетка позволит подсоединить к сети различные виды электрических приборов, таких как ноутбук, аккумуляторные зарядные устройства, цифровые камеры, сотовые телефоны, электроинструменты, телевизор и многое другое. Автоинвертор очень компактный и многофункциональный, заменяет собой дополнительные аккумуляторы для устройств, электрические генераторы, солнечные батареи и так далее. Универсальные чехлы в авто помогут надежно сохранить обивку салона автомобиля от воздействия вредных факторов в процессе его эксплуатации. Это классические автомобильные чехлы, выполненные из полиэстера. Полиэстер, из которого изготовлены чехлы, внешне напоминает шерстяную ткань и по своим характеристикам превосходит натуральный хлопок.
Прочный материал обладает хорошей износостойкостью, что позволяет защитить обивку сидений от повреждений. Изделие хорошо выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей, не теряя презентабельного вида. Если чехлы загрязнились, их можно постирать в теплой воде с добавлением моющего средства. Приемлемо как ручная, так и машинная стирка в щадящем режиме. Классическое сочетание двух цветов в дизайне автомобильных чехлов и строгая геометрия позволяют им удачно вписаться в интерьер любого автомобиля. Видеорегистратор зеркала. Установленное в салоне устройство выглядит как обычное зеркало и остается неприметным с улицы. Водитель может оставить прибор в салоне, не беспокоясь за сохранность автомобиля и устройства, и не тратить время на снятие и установку прибора. Большой и яркий дисплей диагональю 4,3 дюйма с высоким разрешением позволит вам с комфортом просмотреть отснятые видеоролики на самом видеорегистраторе, разглядеть все детали или с удобством управлять настройкой видеорегистратора. Водонепроницаемая камера не боится дождя, снега и слякоти, поэтому может быть установлена с внешней стороны автомобиля, например, под номерным знаком. Камера не испортится и не сломается. У камеры заднего вида есть LED-подсветка, два встроенных светодиода. Их включение происходит автоматически при включении заднего хода, обеспечивая четкое и ясное изображение на дисплее даже в ночное или вечернее время. Устройство оснащено вспомогательной системой для безопасной парковки автомобиля при движении задним ходом, а также другой огромный функционал, который описан на сайте. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Условия очень простые. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать, сколько колес было в ролике. Все очень просто. И если вам понравился какой-то из товаров, пишите об этом тоже, мне интересно. И помните про распродажу с 29 по 1 апреля. Она бывает редко, так что можно неплохо затариться по хорошим ценам. Кладите товар в корзину сейчас, чтобы не потерять, а оплачивайте в день скидок. Круто же? Спасибо, что смотрите мои ролики и ставите лайк, мне приятно. Хорошего тебе вечера, пока-пока.